Здравствуйте, друзья! Мы на футболе с вами, да не на простом. Мы с вами на Олд Траффорд. Василий Соловьев и Юрий Розанов о футбольном матче. На этом стадионе просто так мяч не пинают, я вам скажу. Итак, мы начинаем. И в этой суматохе защитник оказывается молодцом. Был рикошет, и мяч уже вне игры. Ну что ж, вдохнем и посмотрим, как команда угловой подаст или разыграет. И очень хорошо играет голкипер. Жесткая борьба за мяч продолжается. И за боковой будут выбрасывать. Гуаин. Гуаин. Очень важно делать перечную передачу и не дать защиту. И он блокирует удар. Гуаин. Могут ли это подумать, что нарушений сегодня будет много? Пока не знаю. Мяч в центральной зоне, перехват. Перси. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. И эта передача не доходит до партнера, защитник по чеку. Защита настояла на своем, причем, как видите, довольно жестко. И не бывает гола в этом эпизоде. Вратарь сыграл лучше, чем Робин Ван Перси. Мяч за лицевой линией будет угловой. Некое подобие стенки. И молодец вратарь, может даже сказать, что в этой позиции он защитником выступил. Вратарь с головой чувствует игру и выходит настолько уверенно. Сабарета. Пас по флангу. А Овербик есть в игре. Перси.
успех, вот награда за его старания. Хороший момент. Выручил команду и потешил зрителей. Вот такие броски голкипера. Опасно. Отводит опасность. По крайней мере, территориально выиграл борьбу на втором этаже. А вот удар. Не доходит удар до ворот. Персин. Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда. В этот раз он эту грань приступил. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Поднят флаг арбитра. Положение вне игры. И кого теперь интересует, что игрок впал не на ударе. Ударе. Если бы не успел голкипер, то, наверное, получил по полной программе. Но это если. Риск оправдался. Отличная работа. Думаю, надо бить и забивать. И часто вратари боятся покидать свое, так сказать, рабочее место, но это не тот случай. Очень уверенно вышел и мячом заводил. Думаю, надо бить и забивать. Думаю, какой угловой закончится, и защитники, которые сейчас чужой штрафной, вернутся и исполнили свои проблемы. Мяч выбивается и штрафной, но борьба не закончена. Отправляется вратарь, но есть возможность добить мяч ворота. И это угловой. Гонсало Гуаи. Вот шанс забить. Ну, разумеется, команду вновь устали. Уже концентрация где-то пропадает в концовке тайма, поэтому может быть и устала с одной стороны. Хотя другая тоже устала. Зато посмотрите, как все поменялось перед перерывом. Соперник теряет мяч в середине. Будет гол, наверное. Даже если мимо, все равно молодец. 1-0 после первого тайма. Ну и после этого гола совсем другая ситуация на табло, совсем другая ситуация на поле, и я практически не сомневаюсь, совсем другая ситуация. В головах, у игроков сейчас многое может измениться, а ведь в спорте то, что происходит внутри твоего сознания, это чуть ли не самая главная вещь. Вторая половина игры. Вторая, она же, как чаще всего бывает, последняя. Верхом на Ван Перси. Можно верхом, можно низом, как хочешь, абсолютно. Уолфорд! Мяч летает в ворота и опять равенство в счете. Ну что ж, вновь ничья у нас, правда, другая. И надеемся, что игра будет немножко другая. Надеемся, что игра будет более быстрой, более зрелищной. А это возможно. Вот до них каждые 5 минут отменили. Вот что делают. Свеженькие ребята вышли. Да не один, а сразу двое. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Паркао. Гонтаре. Алаверды. И
молодец, вратарь. Можно даже сказать, что в этой позиции он защитником выступил. Вратарь с головой чувствует игру и выходит настолько уверенно. Покидает мяч пределы поля. Угловой удар. За боковую мяч попал, а тут уже угол поглощен. Этот перехват — награда за его старания. Джованни дос Сантос. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно ворота пробить. Так часто бывает. Мяч потерян, причем в самый неожиданный момент. Фалькао. Думаю, что не обязательно было мяч терять в этой ситуации, но что произошло, то уже произошло. Джованни дос Сантос. Игуаин. Фиксирует арбитр нарушение правил, штрафной. Нотари. Фалькао. И вместе с камерой отправляемся в штрафную. Кто там готов пас принять? Ну и что теперь? Возможно, удар поворотом. Опасный момент. Везет тому, кто везет. Старались, забили не на пустом месте. И теперь соперник говорит свое слово. Какой бы она ни была, замена тренерской или вынужденной, это всегда вот на поле следового игрока. Игрока, которого надо держать с двойным, а то и тройным сердцем. Как к нему еще припереться? Как его разгадать? Может, у него 4 минуты. Хозяин. Я обратно. Джованни дос Сантос. Пас на Игуаина. Какой удар с лета! Спасает голкипер ворота, но придется еще ему стараться. Мяч в центральной зоне, перехват. Озил. Гол. Ничейный результат на табло уже высвечивается. Никто не хочет сдаваться. Это надо констатировать, это приятно констатировать. Ничейный результат, ничейный и очень интригующий. А до воротки не так уж и далеко, вполне возможен удар. Сабарета. Надо же, как легко обыграл. Вот момент. Ну, в момент навеса не посмотрел игрок на то, что вратарь выходит. Но не посмотрел и не посмотрел. Вот вратарь мяч и забрал. Вот. Но пока игра носит такой неопределившийся характер, и борьба за мяч, за то, кто им будет больше владеть, может быть, и решит исход поединка. Юр, ну мне кажется, что эта статистика весьма относительная, потому что мне вот есть у меня такое ощущение, что сначала одна команда вроде бы больше владела, потом другая начала больше, а в итоге, видишь, вышли на показатель 50 на 50. И вот потеря в центре поля. Джованни дос Сантос. Все равно надо похвалить игрока за мысль, за то, что вот увидел он эту возможность разрезать оборону соперника. Нотари. Гуаин. Зафиксирован офсайд. Да, зафиксирован. Кто-то давно не забивали. Давно не забивали, а надо. Надо. По крайней мере, некоторым. Ну и чего теперь? Ждем передачи в центр. Подать подало, принять некому. И по всей вероятности вратарь исполнит свободный удар. Без всяких усилий перехватывает игрок мяч. Игуаин. Последние 5 минут основного времени матча, а счет равный.
хороший проход и явно он нацелен на удар по воротам. Правильно вступил в борьбу, вовремя мяч забрал. Его команда мяч выиграла руками. Единственный способ. Учился рикошет и, естественно, вполне что мяч в ауте. И атака развивается флангом. Шанс на победу. У соперников просто не будет времени отыграться, если что. Эти самые весы, на которых качались шансы команд, так сильно ни в одну сторону не склонились. Середина сезона – это время, когда все твои игровые качества, они вырисовываются все четче и четче. Вот так они играют сейчас. Вот так они играют вообще. Плохо играют.